потому брал их легкие. Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Сегодня Гриша, специалист, меня с ранку самого вывел на речку Рось, затаенные места. Ну что, будем пробовать ловить. Там ребята уже пошли вперед. Ну ладненько. Выходим на лед, десант выходит на лед. Туманчик стоит такой легкий. Вот уже пробует Гриша буром бурит. Новый бур он себе купил за 30 гривен. Ёлки-палки, это ж надо. Мы первым автобусом, нет, вторым. А это уже понаехали. Кто на великах, это на машинах. Вон там машины стоят. В общем, хватает рыбаков. Вот мой дружбан, смотрите. Гриша, Григорий. А, смотри, а, летят, бомбить сейчас будут рыбаков. Видите, что творят? О, издевается над народом. Да. Так вот, нашел Гриша лунку. С одной лунки набомбил, а там не клевало, да? Да. А ну посмотри народу в глаза. Честно говоришь? Да, поняли, вот. А куда эти рыбаки брехали? Не говори. И у нас плотвичка поймалась. Вот так вот, только сели сами покушать, начался клюв. Интересно, один крючок взяла в рот, вот этот верхний у меня, а за хвост зацепилась другим крючком. Это уже надежная, говорится, поклевка. Но только начинает клевать. Не успел удочку настроить, только опустил, видно, на голову. Бах, и окунь. О, непоганый. И вот на закате дня пошел клевать подлещик. О, будем ловить. Солнце садится, к закату пошло, и вот вышла рыба, пошла клевать, вот буквально за 15-20 минут, вот подлящик пошел, видите, все, и случилось непредвиденное, сломалась удочка, лещ поломал удочку, приходилось ловить в одной руке, держишь ручку, другой хлыстик. И так вот ловил. Такой лещ попался громаднейший. Вот такие вот у нас пироги сегодня с котятами. И можно есть, у меня удочек море, но время, деньги, как говорится. Куй железо не отходя от кассы. Поэтому только чуть-чуть прозевался, все, рыба уходит. Это надо за ней гоняться, ну, поэтому некогда было удочку переделывать. Вот такая вот у нас рыбалочка сегодня получилась. На удовольствие масса. И удочку поломал. Тоже к удаче. Сделаю лучше. Вот такая вот фигня у нас сегодня. И вот смотрите, как я ловлю. Вот у меня удочка вместе с хлыстиком в одной руке. Вот. Видно вам? Хлыстик и удочка. Поломанный хлыстик. И вот так я ловлю, а что делать? Потому что нет времени доставать, все переделывать. Хотя есть удочки, но это все время. Это последний раз закинул, бы уже солнце садится. Вот. И на такую поломанную, вот это вот я поймал половину вот этой рыбы. Что там есть, вы видите. Вот, ребята, демократы. Только чай. Так, ну что сделать? Что-то оно на камеру у меня клевать не хочет. Ну уже солнце садится, рыбаки все разбежались. Сейчас нам главное успеть на последний или как, предпоследний автобус. Вот. Не хочет на камеру клевать. Не хочет. А на удочку? А, на удочку. Да, правильно ты сказал. Вот.
Ну что делать? Ну ладно, благодарю за просмотр. Всем удачи и хорошего клёва. Сказал Лёва, хорошего клёва. До встречи в эфире. Наверное, так.